Итак, друзья, я люблю смотреть, какие же новые сервисы добавляет Яндекс. И вот очередной новый сервис, называется Яндекс Сплит. Делим на 4 и ничего не прибавляем, друзья. Это такая штука в Яндекс.Маркете, доступна для всех абсолютно. Просто ваш платеж делится на 4, где-то растягивается на 3 месяца, да, или на 2, я точно не помню, надо посмотреть. Сейчас прочитаем, но вы можете платить частями. Вот. То есть, если вам сейчас тяжело, скажем, у вас зарплата там каждые 2 недели, может быть, неделю, я не знаю, там, может, раз в полмесяца, и, соответственно, значит, можно платить, вот видите, разделяется на 4 части, просто как 2x2. Один из 4, спишем только один платеж и отправим вам заказ, остальное потом. Друзья, причем это уже работает, ничего не надо оформлять, никаких данных вводить, просто заказывайте товар в Яндекс.Маркете, оплачиваете его через карту и так далее. Нет процентов, вы оплачиваете только сумму товара, а комиссию продавец, ведь он получит больше покупателей. Это быстро, не придется искать документы и заполнять длинную анкету. Просто вернем, отказаться от сплит-заказа так же просто, как и от обычного. Все деньги отправим на карту. Как это работает? Вот, друзья, вот так это выглядит. Как это работает? Выберите товар на Яндекс.Маркете, оформите его с оплатой в сплите. Он разделит стоимость заказа на 4 части. Первый платеж спишем сразу, оставшиеся 3 через каждые 2 недели. Есть вопрос, но здесь вопросов-то никаких вообще нет. Все просто, понятно, четко, я не знаю. Яндекс.Сплит, у них добавок еще есть и лого. Ну, короче, вот такая вот функция. Если вам кажется она полезной, пользуйтесь, я тоже как-то думал воспользоваться, а может не воспользоваться, и, в общем-то, пока что я не пользовался ей, но, друзья, еще раз, Яндексу я, в общем-то, доверяю. В Яндекс.Маркете еще не было такого, чтобы что-то мне обещали в Яндекс.Маркете, да, что что-то произойдет, и оно не происходило, такого еще не было. Вот, собственно, и все, вот такая новость, ссылка на нее, естественно, в описании, всего доброго, всем пока, до свидания.